Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, в принципе, ребята, в прошлой, как бы, мы словили, какого словили? Мы все-таки нашли еще один фоссил покемона. Ну, как нашли? Я уже объяснял, да, как нашли. Так, нам бы сейчас покушать что-то, а то у нас еды вообще... А, нет, есть еда, как нет? Есть еда, у нас немного. Так, это у нас тут кто? О, тебя можно убить. А, ну да, сразу же пропал. Лучше вообще не говорить, а просто бежать к нему, да и все. А то он сразу пропадает. Так, сюда бы поскладывать вот это все. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. А больше тут нифига. Это сюда. Это тоже. И, в принципе, сюда еще вот это. А вот эту... О, там еще один покемон-босс. Кто это? Пиджи. Так, это можно... Ух, нифига себе, сколько там... Сколько там, например, вот это сюда 44, да? И это сюда 40. Нормально. Ребят, то, что я думал... То, что я думал, может сделать плавильню. Ну как, то есть отдельное помещение, где у нас будет куча печек, куча сундуков и куча угля и вот этого всего, так как, в принципе, у нас вот это, как его? Твою мать. Не ты, а вот ты. У нас же, как его? Да чё ты... У нас же вот это все еда и, например, что там еще? Еда, ресурсы, вот это все переп... Нифига себе. Так, отлично. Еда и вот эти все ресурсы у нас же переплавляются в доме, а приконы, например, у нас переплавляются вот там на мельнице. Потом, может, еще что-то будет переплавляться, например, еще где-то. Например, сделать отдельное помещение, где у нас будет куча сундуков и куча печек. Может сделать какой-то механизм, что автоматически будет оно все переплавляться и запихиваться в это, как его. Ну, в сундуки, да? А то действительно, ну, в принципе, ну я говорю, ребята, то, что одно плавится там, другое плавится там. Вот одно переплавилось там, другое переплавилось там, и ты не знаешь, где что именно лежит. Ну, как бы, знаешь, но иногда можешь и забыть, что где лежит. Поэтому сделать какое-то огромное такое помещение, где у нас будут... То есть помещение, можно сказать, и плавильня, и склад в одном тоже. В одном том же помещении. То есть у нас там все будет плавиться, 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 потом ты то все вынимаешь и складываешь по складу, то есть по всем сундукам, которые там находятся на этом складе. То есть это будет, мне кажется, и удобнее, и, в принципе, и лучше, мне так кажется. Так, что тут у нас? Еда, вот так. А чё оно опять? Ладно. Так, у нас тут есть еще один. Просто, и смотрите, ребята, у нас тут уже даже и места не хватает. У нас уже тут все заполнено. Тут у нас почти все заполнено. Сейчас, давайте вот это заберем отсюда. Что там у нас еще есть? Это мы заберем. И понесем туда, где у нас, в принципе, должны лежать приконы, да? На мельнице. Ну, в принципе, чтобы оно там лежало, да? О, тростничок. Так, сейчас, секундочку. Я вот этот мод забыл убрать. Этот мод, ребята, я забыл убрать. Сейчас, секундочку, я посмотрю кое-что. Ни хрена себе. Ща. Этот мод, ребят, я забыл убрать. Вот этот капут. За это, из-за него просто и вот эти все лаги возникают, за этого мода. Нужно его убрать, вот этот на освещение, да? Так, сейчас давайте мы вот это все соберем. Это уже тут почти что все выросло, да? Так, отлично, тут больше нифига нету. А приконы, в принципе, тоже можно собрать. Пускай они там в том же сундуке и лежат. Точно, вот что я еще забыл, ребята. Вот что я еще забыл. Нам еще сейчас домой нужно по-быстрому сгонять. По-быстрому. Ща. Вот то, что... В принципе, смотрите, ребята. На мельнице у нас, например, будут храниться приконы, да? И пережаренные, и простые. Дома у нас, например... Хранятся его, ну фиг его знает, еда и все такое.
А там у нас, ну, я не знаю, ребят. Дома пускай у нас будут, хотя фиг его знает. Я не знаю, ребята. Где что лучше сделать? Дома пускай... Вот, смотрите, ребята. Сейчас давайте мы-ка вот это возьмем. Сделаем еще одну вот эту. Пускай у нас дома на... О, шайни. Еще один шайни одиш. Нет, у нас уже два шайни одиша есть. Больше не нужно. Так, это кто у нас тут? Эконс. О, тебя можно убить. Я не знаю, ребята. Я не знаю. Сделать где-то, говорю, отдельную просто плавильню и все. И вот там тоже сделать сундук. Вот это, как его там. Как его там? Как это называется? Ну как бы, где будут у нас все вот эти ресурсы и все такое, склад. Потому что дома у нас, в принципе, не так много места. Дом такой у нас не очень большой получился. А было бы отлично, если бы был побольше. Поэтому дома, например, мы просто будем спать, да и все, да? А там, где у нас будет склад, как бы там мы будем хранить вот эти все ресурсы. Мне кажется, так будет намного лучше, ребята. Так. И вот этих всех паки... мне кажется, что сейчас уже нужно вот это все попродавать и просто-напросто закупить себе такое большое количество раркенди и уже прокачать вот этих трех покемонов, которые остались. Сколько там? Венозавру 6 уровней. Фирову 11. То есть 17 раркенди. Еще 27, 41, нет, 27, 31 раркенди нам нужен, чтобы прокачать вот этих всех покемонов. Вроде вот так получается. Не знаю, смотрите, ребята, тут я хочу, смотрите, тут я хочу, может, немного так деревьев насадить. Там у нас насажены, как это называется, акации, да, там у нас акации насажены, так, это у нас кто? А тут, например, будут какие-то другие деревья. Вот те грибные леса. Вот те деревья будут, да? Тут у нас будет возле мельницы тоже еще немного деревья. И вот тут у нас будет магазин, где у нас будут все продавцы. И напротив вот этого магазина у нас тут будет вот эта же плавильная, вот это... И вот склад. Мне кажется, будет намного, ребята, лучше. Потому что вот это все место тут нужно еще заполнить вот землей, потому что действительно это все нужно заполнить, чтобы больше места тут сделать. Мне кажется, намного лучше так будет. Так, 27 уровень, уже можно потом что-то и зачарить, да? Тут у нас что? Тут у нас даже нифига не плавится, например, давайте это сюда поставим. Это вот сюда поставим. Это сюда. Это сюда, да? Это еще возьмем. Это тоже сюда. И это сюда. Отлично. Это мы тоже сюда по центру поставим. И сюда еще вот это. Вот так, отлично. Пережаренные уже ставим вот сюда. Угу. И, в принципе, да, вот так, нормально. Еще вот тут 8 штучек есть. Еще. Так, это... Ща. Нужно подождать, чтобы это все пережарилось. Может уже пойти нам еще одного фосил покемона сделать. Как думаете, ребята? Фиг его знает. Идти сразу же делать или потом? Просто я сейчас не знаю, ребята. Я хочу вот это уже все закупить. Не закупить. Так, не. Вот что я вспомнил. Мы же хотели покупать уже... Раркенди, да, мы хотели покупать раркенди, но то, что у нас яблок не было, поэтому мы, ребята, и не купили. Вот сейчас у нас 6 яблок. Вот что я вспомнил. Нам нужно идти на охоту опять за снорлаксами. Без них, в принципе, нету смысла даже... нету смысла даже начинать покупать себе золото, да, потому что, в принципе, у нас нету вот этого всего, всех ресурсов, чтобы сделать себе нормально так раркенди.
Так, это можно же сразу же. Да, не кушай, голодный. Так, это сюда. Хотя бы вот это, что уже, в принципе, немного дозрело, да? Отлично. Сколько там? 29. Это вот сюда мы поставим. Там у нас еды-то толком нету, да, как я вспомнил. Или есть? Фиг его знает, ребята, честно, я уже не помню. Сейчас нам нужно будет пойти посмотреть, если у нас там еда дома. Если нету, то не очень. Так, отлично. И немного еды. Ну, морковочки, да? Все. Сейчас уже это можно покушать. Полстака себе наварили, нормально. Так, это у нас там кто? Мэджик. О, тебя тоже можно убить. Давайте быстренько туда пробежимся. И можно идти домой. Поспим, и после этого можно идти поохотиться на Снорлаксов. Нам нужно, ребята, как минимум 30 яблок. Ну, давайте не 30, давайте там 25, допустим, да? Если, например, вот сейчас убьем этого босса, например, еще там один уровень, да, прокачается кому-то. Да, например, нет, не прокачался ни один уровень никому. Но если, например, еще там убить одного, двух, трех боссов, то уже там пару уровней добавится, то есть уже меньше раркеди нам нужно будет крафтить, чтобы прокачать покемонов. И это уже, в принципе, нормально. Поэтому, в принципе, сейчас мы еще и боссов поищем, и плюс к тому пойдем и Снорлакса поищем. Добудем, допустим, хотя бы там 30 яблок. Отлично, все, можно уже начинать делать себе раркенди и прокачивать вот эту команду. Так, это давайте выкинем, это тоже выкинем. Так. Ну что, давайте идемте поспим. Фух. Капут. Поспать. И идем дальше охотиться. Искать снорлаксов, да? Нет, сначала давайте вот это все высунем. Поставим в сундуки. Так, тут еще вот это, тут вот это. Отлично. Сейчас. Тут у нас нифига. Так, тут у нас еще вот это. Ух ты, у нас только один ультраболт, ребята. Нужно еще ультраболы делать. Так, 28 уровень. Это можно все сюда. Отлично. Ну что, давайте погнали опять за Снорлаксами. О, сейчас. Я еще тебя хочу убить. Так. Отлично, уже 17 штук есть. То есть с этого тоже так можно выбивать и получать немного золота, да? Так, где у нас... Куда мы летели? Вот в ту сторону, да, нам нужно. Так, ну что, полетели туда. Сколько у нас? 6 яблочек и одно в сундуке. Ну, в принципе, нам еще хотя бы, я не знаю, приблизительно... Так, главное сейчас лаву не упасть. Нет, Диглет, нет. Ну, приблизительно хотя бы 13, ладно. Пускай еще 13 яблочек и, в принципе, нормально. То есть... Так, это кто? Нет, тебя тоже нет. Если, например, 13 яблочек... Шани. Опять Диглет. Еще 13 яблочек, и в принципе все нормально. У нас будет 20 яблок. Можно себе будет потом сделать 20 раркень. Да, это в принципе немного. Нам нужно 30 как минимум, да, чтобы всех прокачать. Но все же. Например, те там 10 уровней мы как-то докачаем. Главное, чтобы у нас хотя бы 20 было, и это уже нормально. И, в принципе, уже можно будет начинать всех прокачивать. Потом еще сделаем себе остальные магазины. И вот тогда кач уже еще намного быстрее будет. Поэтому... Ого, Черизард, нифига себе. Здрасте. Черизард, 37 уровень. Так, ну что, сейчас ни одного Снорлакса нету. О, Чимчар там.
Так, ну что, я действительно просто никого не вижу. Ух, нифига себе назад от как-то. Или что-то залагал или проглузилось, фиг его знает. Ну чё вы там? Снорлаксы. Хотя бы одного дайте. Одного, двух, трех. Чуть не. О, дрэм-бабам. Назад, назад, разворот. Полетели в ту сторону. Снорлакс, Снорлакс, Снорлакс. Где ты? Вот, отлично. Инфернейп, там чимчары кучи. Так, и еще. Ну, одно яблочко, ладно, пускай. Пускай будет. Фух, капут. Вот эти команды действительно очень долго прокачивать. Что-то я не очень. Ну, в принципе, до 60 уровня, мне кажется, как-то. Ну, хотя бы есть чем заняться, то есть как у нас было, да? У нас было ловишь любого покемона, прокачиваешь его там до последней эволюции и все. И кладешь его в компьютер, берешь другого покемона и его начинаешь прокачивать. В принципе, так мы только ловили, 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 прокачивали по пару уровней, то есть да. До последней эволюции поставили в компьютер. Словили нового, прокачали ему пару уровней, поставили в компьютер. Словили нового, прокачали пару уровней, поставили в компьютер. Вот. А сейчас, ребята, вот, у нас уже пару серий мы так и не ловим даже тех же покемонов, если не считать шайни, да, которые иногда попадаются. Так, с этого нифига не выпало. Поэтому, ребята, в принципе, мы прокачиваем, да, мы уже себе наловили там еще где-то 3-4 команды, но мы их даже еще не начали прокачивать, потому что мы эту еще не докачали. Нифига себе, сколько тут гравия. Потому что, ребята, мы еще даже вот эту не докачали, и поэтому мы даже не начали еще новые качать. А вот так, я знаю, сделать еще парочку магазинов, чтобы намного быстрее кач пошел. Можно, например, просто взять и убавить там уровень, да, он как у нас. Команда считается тогда, когда 6 разных покемонов разных типов, и когда все 6 покемонов прокачаны до 60 уровня. Например, можно уменьшить там не 60 уровень, а 50 уровень. То есть это намного уже проще станет, уже, можно сказать, минус 60 уровней нам нужно будет прокачивать. То есть, если все покемоны 50 уровня, все, их можно ставить в компьютер. То есть, уже не нужно каждому покемону еще прокачивать по 10 уровней. То есть, минус большое количество уровней, которые нам не нужно прокачивать. Но, раз мы уже договорились до 60-го, пускай уже будет 60. Потому что, ну, в принципе, пускай уже будет 60-й, да, вот сейчас я говорю, ребята. Мы себе постараемся сделать, ну, побольше магазинов, да, и чтобы продавать вот эти все ресурсы, потому что действительно у нас вот сейчас, ну как бы после установки Покерадара там, конечно, намного прибавились ресурсов, да. То есть, ну у нас уже там куча, просто куча шапок, куча хилок, куча покеболов и вот куча вот этого всего. Если, например, вот это все попродавать, там уже просто, ну просто нереальное количество алмазов выйдет. За эти алмазы мы себе понакупаем ресурсов, да и все. Опять Диглет. Так, ладно, сам напал. Еще яблочко. Так, еще один уровень кому-то прокачали, то есть уже на одно Раркенди меньше нам нужно. Сколько у нас там? 10 яблок можно считать. Если у нас тут 9 и одно в сундуке, я помню, есть. 10 яблок. Так, это у нас там кто? Опять Диглет, тут тоже Диглет. А, если, например, у нас будет 10 Раркенди, да? То есть за. О, Снорлакс, Снорлакс, Снорлакс. А вот тут у нас кто? Опять Диглет. Или это тот же, фиг его знает. А вот этот Снорлакс уже пропал, да, который тут был. Ну ладно. Если, например, у нас будет 10 алмазов, 10 Раркенди, да, то есть мы уже себе сможем прокачать. Ну, Венозавра до 60-го и Агроны до 50-го. То есть потом еще останется ровно 20 уровней. Еще один шайни, только не Magikarp. Ну, понятно. Magikarp у нас уже есть, поэтому даже нет смысла его ловить. Так, это у нас кто? Гулдин. От тебя можно.
Я так думаю, что мы уже себе начнем делать вот этих покемонов. Не покемонов, а как его там. А где ты? Вот, мы уже себе сделаем магазин, потому что действительно просто нужно уже, ребята, уже нужно. Но то, что с этими, как его, с яблоками, ребят, я не знаю, что делать, или вот так каждый раз летать и охотиться на снорлаксов, которых, можно сказать, не так уж и много, да? Потому что не часто ты их находишь, да? О, и еще шайни. Пикачу шайни. У нас три выбора. Шайни, покемон босс или Снорлакс. Конечно, давайте шайни словим. Это же Пикачу. Если я бы не словил Пикачу, было бы много. Да ну, там Пикачу было. Ты его не словил, ты не словил Пикачу. Ну ты, конечно. Если бы он еще не убегал, если он сейчас пропадет и... Пикачу, иди сюда. Отлично. А у нас что, есть Пикачу? Ладно. Ну давай. Один ультрабол, ребята. Один ультрабол у нас есть. Словили с одного ультрабола. Это вообще отлично, ребята. Может, еще сейчас и к Снорлаксу успеем. Если он не пропадет. Еще и деревню нашли, да? Если я про... Еще и деревню нашли. Ребята, это что-то вообще офигенно. Фух. Еще одно яблочко. И там еще один. Давайте к нему. Еще и деревню нашли, ребята. Это вообще офигенно. Шайни. Деревня. И, в принципе, и нормально так яблочек. Мы еще и надыбали себе. Еще там и покемон босс. Еще яблочко. И там кто? Гулдин. Вот еще и Гулдина убьем. И Венозавру еще один уровень прокачали. То есть еще на одну рарке не меньше нам использовать. Нормально, 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 нормально. Офигенно, ребята. Еще и шайни Пикачу нашли. Еще один уровень кому-то прокачали. Кому? Агрону. Отлично, еще на одну раркенди меньше. То есть у нас на начале, вроде у нас было, я считал 31 раркенди, чтобы прокачать всех к 60 уровню. Сейчас давайте посчитаем. 5, 15, 25, 20, 15, 25, 28, 3 уровня. Ну, в принципе, 3 раркенди, 3 алмаза, тоже нормально так. Деревня, какая-то большая деревня там. Ну... Деревня, ребята. Вы понимаете, о чем я? Деревня. Сейчас мы нафиг наворуем еды себе и все, и не нужно будет выращивать. Не, ну как, нужно выращивать, мы уже, в принципе, начали, уже нужно выращивать. Но то, что деревня, деревня это... Сейчас мы наворуем себе хавчика. Так, это да. Да, в принципе, да. Тут толком больше ничего не растет. Отлично, отлично, отлично. Сейчас мы себе наворуем хавчика, и будет у нас еды. Нормально. Так. Отлично. Чё как-то... Не знаю. Фух, еще где-то... А, еще и тут есть, я как-то это не видел. Ну тут как бы не очень... Оно выросло, да, все, но все же это можно собрать, что тут выросло. Картошечка. Отлично. Отлично. Так, тут у нас еще что-то есть, что мы не подняли. Ху, вообще нормально, ребята. Еще еды нашли, нормально так. Еще и шайни Пикачу. Еще и нормально боссов нашли. Еще и уровни парочку прокачали. И плюс к тому еще и... И чё?
и немного, немного себе вот этого. Чего? Яблочек нашли, да, вот. Так, ну что, давайте идемте домой, ребята. Фух, отлично. 11 яблок. Ну, 12. Сейчас мы посмотрим. У нас, у меня же тут вроде... Да, вот еще одно. Это мы ставим вот сюда. Отлично. Еды, в принципе, так нормально уже. Это вот сюда. Это тоже. Отлично. Это, в принципе, тоже можно. Ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Где наш Шайни Пикачу? Где-то он вот тут. Вот он. Куча у нас тут Шайни уже, ребята. Ну, в принципе, нормально. Так, ой. Отлично. В принципе, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.